Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины знаменитых художников. Наполеон на поле сражения у Прёйси-Шилау 9 февраля 1807 года. Антуан Жан Гро. Вот что написано в описании, которое я нашел в интернете. Чтобы увековечить победу над русскими и прусскими войсками у Прёйси-Шилау, Наполеон объявил конкурс на лучшее живописное полотно. Из 24 конкурсантов победителем стал Антуан Жан Гро. Придворный живописец Наполеона, художник тщательно следовал указаниям императора относительно количества персонажей, расположения войск, размеров полотна, различных прочих деталей. Все эти пожелания были направлены на то, чтобы изобразить благородство императора, посетившего поле боя на следующий день после сражения. Гро сумел превратить исторические свидетельства в произведение искусства, которое скорее можно было отнести к эпохе романтизма. Ее отличительным признаком служит изображение эмоций и драматизма ситуации впервые в истории реализма. Гро отходит от патетики, формалистичности исторических полотен и обращается к современной художнику теме, где победители и побежденные воспринимаются им в первую очередь как люди во всей сложности человеческого характера. Наполеон изображен верхом, на коне, его жест обращен к побежденным, целующим французские регалии. Напротив императора стоит Мюрат, который с достоинством наблюдает за сценой. В 1808 году, во время вручения художественной премии в Салоне, Наполеон сорвал со своей груди крест Ордена Почетного Легиона и вручил его художнику в знак признания и восхищения его талантом. Ну вот все примерно о картине, то, что я нашел в интернете. Наполеон на поле сражения у Прёйси-Шилау 9 февраля 1807 года. Антуан Жан Гро. Все, пока-пока, до свидания.